Во-первых, я поздравляю вас с победой, такой серьезной, крупной. Скажи, этот матч, по большому счету, в турнирной таблице ничего не решал, поэтому вопрос. С каким отношением вы подошли к этой игре? Готовились ли вы как-то по-особенному или, может быть, немножечко расслабились перед этой игрой? Нет, к каждой игре мы подходим абсолютно серьезно и настраиваемся. Будь то слабый соперник или сильный, я не скажу, что Гуччи слабый соперник. Я уверен, если бы они играли как бы первый тур, они бы сыграли гораздо сильнее. На каждый тур мы настраиваемся в первую очередь. Сейчас как бы старался мотивировать ребят, что мы играем с одной заменой всего, чтобы они играли без травм, играли аккуратно и в то же время показали свою лучшую игру. Надеемся, что на каждую игру мы будем собираться точно так же. Но, в принципе, я постараюсь мотивировать ребят. Какого ты видишь соперника в плей-офф самого приятного или интересного для вашей команды? Хотелось бы сыграть, конечно, с кромлевскими барсами, чтобы им повезло попасть на среднюю команду, так сказать. Вот. Но, к сожалению, они в нашей группе, но надеемся, что встретимся с ними чуть позже. Вот. Но так-то, в принципе, сыграем с абсолютно любой командой, как сказал в первом интервью еще Даниил Тюфанов из нашей команды, что нам не важно, какой соперник, мы абсолютно на любого настраиваемся полной мотивацией, так сказать. Ты увидел в вашей игре какие-нибудь недостатки, недочеты, которые надо бы исправить к плей-офф? Я скажу, что по этой игре судить сложно, потому что игра, в первую очередь, как вы уже правильно сказали, ничего не решала, и мы играли по большей степени такого небольшой расслабленности. То есть видно было, когда мы повели уже в несколько мячей в счете, ребята расслабились, уже играли в свое удовольствие. Забивали красиво, играли красиво. Им в первую очередь интересно показать эффектный футбол. В принципе, за это я их уважаю, что они, когда нужно, соберутся, когда нужно, играют на точность, на правильность, так сказать. А когда могут расслабиться, позволяют себе красивую игру, чтобы порадовать болельщиков, зрителей и так далее. Я считаю, что, в принципе, у нас, так сказать, есть шансы пройти дальше, чем 1-16. Надеюсь, мы увидим вас в следующих этапах. Удачи. Спасибо вам большое.